わーいって喜ぶ意味がわからない。喜んだ、ね、今末っ子なんですよ。ماشي هتكون المتاحة А сейчас сюда, а то слишком близко, наверное. А? Смотри, держит ее. Вверху стоит. В Европе цепила кого-то бакуми. Кто помнится, не знаю. Страшные какие-то. Ужасно. Наверное, как норвежцы какие-то. А дождь вообще странная. Смотри, наверху уже будет фотография. Ну, ты японскую свадьбу посмотришь. Ахтунэ, спасибо, ты знаешь.
番商店街をご通行中の皆様にお知らせいたします。本日午後3時より第127回中富士番組を開催いたします。本日の出演者はチャンバラコット漫才仙台漫才
Мы находимся на празднике поклонения мужскому члену. Мы пробираемся к храму поклонения члена. Толпа, никак не проберемся. Пробираемся еле-еле, все хотят мужского члена. So you're carrying your girlfriend's backpack. You're fucking bitch. This is not a first. It's okay, Cole. I still love you. I'm about to Gaddafi your fucking hero. Don't touch me. He's trying to keep an eye on everyone. I'm sorry. What? I'm pissed off. I'm pretty sure it would have been way faster just go to this. Пробираемся еле-еле, все хотят мужского члена. Oh, why do you have a backpack? So you're carrying your girlfriend's backpack. You fucking bitch from this. This is not a first. It's okay, Cole. I still love you. I'm about to Gaddafi your fucking hero. Don't touch me. He's trying to keep an eye on everyone. I'm sorry. It was. I'm pissed off.
Вот такой вот внутрь. Фильтрованный. Это саке разливают. Вот, бутылка большая. Смотри. Попробуй. Надо туда пройти. Пляж в городе Дзусе. Рядом здесь наша дача. Фингисты. Обратно по-другому, наверное. Не так ведет она нас. А? Как мы ехали, она нас ведет. Я запомнила. Сейчас говорит, на мост придет. Поверните направо. Правильно. Правильно. Она правильно ведет. Сейчас ты к мосту приедешь. Так как мы сюда ехали? Да. Так же ведет. Ну, посмотрим. Ну, сейчас. Через 200 метров сейчас, поверните да. Направо. Сейчас, да, направо. Я просто запомнила, как мы ехали. Здесь направо, само да. Собой. Девочка явно не японка, а ребенок похож на японца. А кровь сильнее. Папа явно косогладенький. Да. Он Мерседеса продает, пожалуйста. Через 800 метров поверните налево. Вот он знак был, мы его даже не заметили, Мерса. Когда сюда ехали? Ага. Ну, мы просто смотрели на навигатор, а не посмотрели. Ну, да, да. Знак Мерса, нам всегда уходить нужно налево, когда мы туда едем. Ну да. Ну как бы вот на дорогу выходит другую. Сейчас посмотрим, как она поведет.
Ильич, понятно. А если повернуть налево, вот очки. Она и нас ведет как раз. Видишь, я тебе поэтому сразу скажу. Мы можем повернуть налево, проехать переезд и туда. А как туда хочешь ехать? Да. А зачем? А? Ну, я не знаю. А мы сейчас попробуем. Потому что я помню, что мы со старпредом, когда ездил со старым, мы оттуда выезжали всегда, здесь поворачивал. Там и не развернешь, там угол какой, видишь? Ну, угол, да, такой. Он 24-го. Он опять нас через переезд, через этот же ведет. Расчет маршрута. Вон мы сейчас на 134-й налево и там по прямой. По шуру. Вот. Поверните налево. Не надо. Прямо едем. А ты выйдешь на платной дороге? Не платно. Ну, посмотрим. 134-й бесплатный, потом мы упираемся прямо в 16-ю. Ну, может быть. Мы вот так ехали, когда с Олегом возвращались по платной дороге. Вот это мы выезжали на платно. Да? Мы выйдем сейчас на бесплатно. На ту же 16-ю. Можно так, как у Тани, поверните налево, бог с ним, повернем налево. Хотя можно было бы и прямо. Ну, мы сейчас... А, нет, вот здесь как раз под железкой. Вот так мы ехали с Олегом. Вот, видишь, мост. А нет, не мост, переезд. Она нас еще переезд, вперед везет, Саша. Переезд. Вижу. Вот отсюда показывает, видишь, 16, Саня? Да. То есть через 400 метров мы уйдем на 16-ю дорогу. Вот можно было направление Госки ехать дальше прямо. И на 134-й, вот если бы мы прямо там проехали. Mm-hmm.
Узенькие везде будут. Там вот только были узенькие, и большое движение было. Вообще свободно обратно. Семнадцатая туда. Туда 17. Хино. Хино, Хино. Автобусы есть Хино. Еще прибавить скорость, а посмотришь, как сейчас, не знаю, сложнее, наверное. Через 400 метров поверните налево. Я получал удостоверение, когда уезжал я отсюда, международные права получил. Прямо видишь на хайвей, а там... Поверните налево. Да повернем. Все равно больше не прибавишь. Да не говори. До 60 максимум. Еще допустимо. То, что больше уже. Бабулька такая идет, смешная. Фартук у нее такая. Одежки у них, конечно, странные. Ага. Фартук, да, смешной? Ну да, типа фартука что-то. Сзади на завязочках, вот. Мне кажется, знаешь... Есть завязочка, есть сзади завязочка. А вот ты знаешь, у них мода. Вот у нас когда царь... Вот она даже показывает, что левее надо бы. Сейчас возьмем, полевее сейчас. Сейчас вот этот еще стоит, так, сюда. И возьмем полевее. Держимся. Сейчас прямо. Через 1.5 километра поверните налево. Не, налево не будем поворачивать, направо повернем. По пятнашке пойдем. Быстрее будет, уж больно муторно по первой. Ну какие две собачки идут. Дома мачо.
Он пробку нам показывает. На нашем направлении. К1, К3, Хайвей. Кавказ, Саушки, целая. Наверное, упремся как раз в этот, в парк морской. Ой. Такого типа европейского, то что я говорю. Вот типа как вот и это вот здание сейчас на углу стоит. Вот видишь? Красиво. Это явно не... Абсолютно. Это знаешь, вот уже... Не японский стиль. Это европейский и причем еще католическое. А, вот, ну правильно, вот если прямо поехали, как раз бы уперли сотню. Это мы сейчас на первую повернем, потом первая, она как бы раздваивается на 15-ю и на эту. Сейчас кусок по первой точно не поедет, однозначно. Мне просто чем больше нравится 15, на ней нет ограничений. Через 400 метров поверните направо. Там 60 километров. Спасибо, знаем. Английский здорово отличается от английского. Плетутся под ногами, елки-палки. Наташа, я такой же, как и ты. Ты тоже ругаешься. Только комментируй. Известный. Кирина, еще какой-то будем проезжать, ты уже справа будет. Тут не рассказывал. Или, говорит, велосипед на прикол ставьте, можете, пожалуйста, обратно своим ходом. Правильно ему сказали. Вот так вот. Осторожно. Ну, давай, вижу. Ну проезжай, елки-палки, чего вот тянет резину, блин? Видишь, что я включил поворот, и вот нарочно тебя. Тоже комментируешь. Молочь такая. Вот и сиди там. Задница, как говорят. Здесь полтинник на этом кусочке.
ТикТоке. Присутствует все-таки. Заводик свой какой-то имеется. Вообще корейцы молодцы, они как япошка Южной Кореи. Трудолюбивые. Да, он таки скакнул хорошо в плане экономики и развития вот электроники, все вот это. И не только, и автомобилестроение в том числе. А изначально очень много подчеркнули по технологиям от японцев. Есть такой Blue Velvet Yokohama, как сказать, крытый, ну как его, ну водяной. Поэтому они на всякий случай держат. Количество рядов. Из-за того, что здесь поворот, все ясно. Чтобы не скапливались.